Здравствуйте, меня зовут Александр Гридин. Сегодня мы сделаем новый комплекс упражнений. Динамично и сильно. Ребята, поставьте ноги шире плеч. Отлично. Поднимите руки вверх. Сделайте глубокий вдох. Потянитесь. Выдох. И сейчас разминаем позвоночник. Тянем подбородок в небо. Прогибаем. Выдох. Энергично. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз. Два. Закончили. И посмотрели вправо. Выдох. Влево. И еще. Вместе. Четыре. Три. Два. Замечательно. И сейчас ваша голова, как камень с горы, покатилась. Можно закрыть глаза без всякого напряжения по плечам. Мышцы шеи расслаблены, никаких болевых ощущений не должно быть. И в другую сторону вместе. 8, 7. Закончили. Сделали вдох. Потянулись в небо. Выдох. Руки перед грудью. И сейчас сильно сжимаем кончик пальцы. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Разжимаем. И раз, два. Представьте, что все плохое скидываете. Выдох. Оп. Хорошо. Вдох. Потянулись. Выдох. Кулаки сжали. Стоит как культуристы. Раз, два. Покажите бицепс. Выдох, выдох. Еще. Три, два, один. В другую сторону. С натугой. С легким напряжением. Четыре, три, два. Отлично. Ямки локтей смотрят вперед. Прогибаемся. Все ваше тело работает. Четыре, пять, шесть. А теперь... вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вдох. Выдох. А теперь представьте, что ваш позвоночник – это ось. Руки перед грудью. И энергично вместе делаем выдох на каждое движение. 8, 7, 6, 5. Разогреваем, ставим позвонки на место. Замедляем и глубокий поворот. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Замечательно. Сделали вдох и потянулись. Ощущение маятника в своем позвоночнике. 4, 3, 2. Замечательно. Положили руки на таз. Все ваше внимание сейчас на пояснице. Усиливаем кровообращение к нижнему отделу позвоночника. Потянули таз в сторону, вперед, в бок, назад с усилием. Раз, два, три. Продолжаем. Четыре. Красиво делаем. Пять, шесть. 7. Напрягаем ягодицы. 8. И в другую сторону. 8, 7, 6, 5. Света, старайтесь. 4, 3, 2. Замечательно. Сейчас поставьте стопы вместе. Руки на колени. Упруго качаем колени, наклоняясь вниз. 4, 3, 2. И приседаем по кругу. 8, 7, 6, 5. Усиливаем кровоток коленным суставом. И снова толкаем. 1, 2, 3. И приседаем в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Толкаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Глубокий вдох. Выдох. Ну что, на этом мы сегодня завершаем нашу разминку.